Здравствуйте. Сегодня понедельник, 7 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team отмечают переброску российских войск все ближе к границе с Украиной. Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин не выполнил своего обещания присвоить ему звание полковника российской армии. 5 лет назад в Петербурге появился первый региональный штаб Алексея Навального. Также сегодня. Я заявляю перед всеми вами, что всю мою жизнь, будет ли она короткой или длинной, я посвящу вам и нашей великой империи, частью которой все мы являемся. Исполнилось 70 лет со дня восшествия на престол королевы Великобритании Елизаветы II. Россия продолжает переброску войск все ближе к границе с Украиной. Многие воинские части сейчас находятся всего в нескольких десятках километров от нее. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team обращает внимание, что в личный состав этих частей могут входить и военнослужащие срочной службы. Ранее сообщалось, что это в основном контрактники. Вот что рассказывает о структуре перебрасываемых сейчас частей и о том, как погодные условия могут повлиять на дату начала предполагаемой военной операции России против Украины, аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Это несколько батальонных тактических групп 41-й общевойсковой армии из Центрального военного округа. Она постоянно базируется в Сибири, там Алтайский край и так далее. И мы эту технику наблюдаем с апреля прошлого года, когда она приехала на полигон погонного под Воронежем. И после этого оттуда увеличен состав, но техника там осталась. В октябре месяце эту технику перебросили в Смоленскую область, в Ельню. А сейчас мы одновременно наблюдаем, как, во-первых, техника перебрасывается уже в Брянскую область, это на несколько километров ближе к границе, и то есть уже действительно какие-то десятки километров от границы. И мы наблюдаем все это по видео в ТикТоке и так далее, что кто-то там уже у себя в Сибири прощается с военнослужащими, которые отбывают на учения, как говорят. Возможно, это действительно туда, к границе. Мы видели, что в Ельне сам лагерь, который до этого пустовал, он достаточно активизировался, то есть там появился личный состав, и, возможно, он будет дальше, если эта техника уже переброшена к, собственно, непосредственной границе с Украиной. Танки, боевые машины пехоты. Из того, что мы еще там видели, это те же машины разминирования УШ-77, которые используются не только для разминирования, но и для достаточно мощных взрывов, которые могут даже уничтожать дома. Они применялись в Чечне, они применялись в Сирии, у них достаточно невысокие дальности действия этого взрыва, то есть это гигантская, так сказать, взрывчатая что-то вроде вента, которую она выпускает и которая должна проделать проход в минном поле, но она настолько мощная, что может уничтожить несколько домов. Это вот из того, что еще мы там наблюдали. Вот артиллерийские орудия, 100Б, 152-миллиметровые, там же были БТР-82, это достаточно современный бронетранспортер, который сейчас перевооружается российская армия. Мы еще видим технику войск Национальной гвардии, она же Росгвардия, это бывшие внутренние войска, которые могут использоваться для каких-то там оккупационных контрпартизанских действий и так далее. ПМП-2, которые достаточно кустарно выкрашены в какой-то полузимний камуфляж, то есть ощущение, что это вот красили просто вот звездкой, как вот танки Т-34 во Вторую мировую зимой. Эти самые БТР-80, которые постарше, у них можно отличить то, что у них несколько меньше башни, они вооружены пулеметами, они в характерном таком песочно-защитном камуфляже. Вот и в Брянской области мы видели бронированные Уралы, которые тоже используются росгвардейцами. Мы знаем, что как минимум одна росгвардейская группа, она находится в Россоше, Воронежской области, это тоже несколько десятков километров границы. Там они их заселили на территории общежития местного училища. Мы видели вот силы Росгвардии в Крыму, возможно, в Ростовской области, Белгородской. Вот. То есть, да, действительно, они находятся ближе к границам Украины сейчас уже.
некоторая информация, которая здесь говорит о том, что границы перебрасывают даже и срочников, а не только контрактников. Это заставляет вспомнить, как в 2014-2015 году срочников не принуждали, но настойчиво просили подписать контракт и уже тогда заходить на территорию Украины. Они могут находиться там достаточно долго, хоть до апреля, хоть когда все высохнет, там будет проще наступать. Мы видим, например, то, что вот те же грузовики, снабжение, КАМАЗы и так далее, они постоянно вот, в тех колоннах они ломаются, их везут за собой на эвакуаторах, то есть техника не находится там не в самом лучшем состоянии, и вот если они так себя ведут на дороге, как они себя будут вести на бездорожье, тоже большой вопрос, особенно в условиях, когда им придется пробираться через смесь грязи и снега, поэтому погодные условия — это важный момент, но, конечно, не факт, что он является там суперопределяющим. Рассказывал аналитик расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Близится 10 февраля, официальная дата начала совместных военных учений войск России и Беларуси, которые многие военные аналитики тоже рассматривают как этап подготовки к новому военному вторжению России в Украину. Учения проводятся на территории Беларуси, куда прибыли не только боевые подразделения наземных войск, но и военная авиация из России. В конце прошлой недели Беларусь с проверкой готовности к учениям посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Кроме того, Александр Лукашенко дал интервью ведущему телеканала «Россия» Владимиру Соловьеву. Перед тем, как поговорить о содержании этого интервью, мне кажется уместным вспомнить, как совсем недавно, в ноябре прошлого года, Соловьев публично возмущался тем, что Лукашенко дал интервью телеканалам BBC и CNN, а его пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт поставила в так называемый «лист ожидания». То есть вот так нас через запятую с Дмитрием Константиновичем и телеканал «Россия», то есть ВГТРК, мы там где-то, у нас на столе лежат. Гражданочка, понятно. То есть теперь вы крутите президентом Беларуси Лукашенко. То есть теперь вы за него решаете. Киселев и Соловьев через запятую где-то там на столе лежат? Молодец, Наталья. Талантливо. Молодец. А не честнее просто сказать, боимся дать интервью Соловьеву. Потому что не будет игры в поддавки. И будут жесткие вопросы. Может быть, честнее так сказать? Лукашенко не испугается. Эйсмонт испугается. А ведь, кстати, меня господин Лукашенко, президент Беларуси, своим другом называл, а никогда в жизни меня не видел. Хорошее у него отношение к друзьям, даже не встречаться. Говорил Владимир Соловьев, но, похоже, обстоятельства изменились, и Соловьев был приглашен в Минск, где, среди прочего, осмотрел автомат, которым Александр Лукашенко размахивал в августе 2020 года, когда в Беларуси проходили мирные массовые протесты против фальсификации на президентских выборах. Лукашенко отвечал на разные вопросы и в какой-то момент заговорил о своем воинском звании. Давайте послушаем. Я подполковник по званию, я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин полковник обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил. Но полковника кого может присвоить Путин? Российской армии. Слова Александра Лукашенко пришлось опровергать даже пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову. Вот как он объяснил, почему Владимир Путин не может присвоить Лукашенко воинское звание. Потому что Владимир Путин является президентом Российской Федерации, а Александр Лукашенко является президентом и гражданином Республики Беларусь. Это две разные страны. И президент Российской Федерации не имеет права присваивать воинские звания в вооруженных силах другого государства. Впрочем, конечно, не это было главным в интервью Лукашенко Соловьеву. Гораздо важнее было обозначение им позиции Минска в случае начала боевых действий между Россией и Украиной. Как отмечает мой собеседник, обозреватель белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дыркохруст, то, что сказал по этому поводу Лукашенко, очень сильно отличается от того, что он же говорил еще буквально неделю назад, выступая на заседании так называемого Всебелорусского собрания. 4 февраля Александр Лукашенко дал интервью Владимиру Соловьеву, известному российскому журналисту, пропагандисту. Там речь как раз зашла о возможном участии белорусских вооруженных сил в возможной военной операции в Украине. И Лукашенко впервые сказал, как один из возможных вариантов, как один из мотивов, по которому белорусская армия может вступить в бой фактически, это если, как он сказал, Украина нападет на Донбасс. Тогда будут ответные действия Белоруссии и России, сказал Лукашенко. Ну, ответные действия, формально говоря, могут быть разными. Могут быть санкции, могут быть поставки вооружений самопровозглашенным республикам. Но Соловьев задал несколько уточняющих вопросов
И было понятно, о чем идет речь. То есть Соловьев сказал: так а как будет действовать белорусская армия? Лукашенко ответил: так же, как и российская. Соловьев говорит: а вот возможен ракетный удар по Украине? Лукашенко ответил: не только. Не только ракетный, всеми средствами, которые у нас есть. Фактически он, что называется, встал по стойке смирно перед Путиным, встал, что называется, в российскую военную шеренгу. Это было тем более удивительно, контрастно, что буквально несколько дней назад, 28 января, он выступал с ежегодным посланием, и там сказал, весь официоз это потом цитировал, что есть только две причины, по которым Беларусь может вступить в войну. Это прямое нападение на территорию Беларуси, и вторая – прямое нападение на территорию нашего союзника Российскую Федерацию. ДНР, ЛНР никаким боком не является, ну, по крайней мере, на данный момент, ни территории Беларуси, ни территории России. И причем это официально, по крайней мере, на данный момент, признают и в Минске, и в Москве. И там считают, что это территория Украины. 28-го такое заявление прозвучало. И что могло измениться? Проходит несколько дней. Ну, возможно, это заявление Лукашенко, его послание прочитали в Москве. Вот, сделали свои выводы. А 3 февраля, буквально вот накануне интервью с Соловьевым, в Минск инспектировать войска, которые приехали на учения российские войска, приехал министр обороны России Сергей Шойгу. Он встретился с Лукашенко, и они поговорили. Это моя гипотеза. В принципе, есть масса других каналов коммуникации с официальным Минском у Москвы. Вот. Но, тем не менее, возможно, он передал, так сказать, весточку о том, что вот это не вы будете определять казус белли, это не вы будете определять красные линии, а мы. И ваши красные линии будут такими, как у нас, а не как у вас. Ну, возможно, в этой ситуации он, Лукашенко, фактически это констатировал в интервью Соловьеву. И в этом смысле, вот после этих заявлений Соловьеву, ну, ситуация уже такая, что уже воли Лукашенко, собственно, нет. Есть воля Путина. Путин может посчитать, что ему нужны белорусские войска для такой операции. Будут. Может посчитать, что не нужны. Не будут. Может посчитать, что нужны, потому что надо показать, что вот у нас есть союзник. Ну, так же, вот как, скажем, эта миссия в Казахстан. Там, по-моему, несколько сотен было российских десантников и 250 белорусских. Ну, в принципе, наверное, в России нашлось бы еще 250 десантников, которых можно было бы послать вместо белорусских. Нет, не послали. Послали и белорусских тоже. То есть нужно было показать, что это не российская операция, а операция ДКБ. Так и в отношении, ну, опять же, гипотетически, мы все время говорим гипотетически, может быть, Путину понадобился бы для демонстрации, так сказать, вот такой более широкой международной поддержки его операции и белорусский контингент. И сейчас все зависит фактически только от него. Раньше в какой-то степени зависело от Лукашенко, теперь, судя по всему, нет. Но мы много раз с вами говорили о том, как Лукашенко маневрирует. Сейчас он встал фактически на вытяжку перед Путиным. Что могло заставить вот именно так сейчас поступать? Чем его прижал Путин на этот раз? Ну, вы знаете, тут инструментов много, инструменты всякие. Инструменты есть экономические. Вот Беларусь просит 3 миллиарда долларов, нужны, так сказать, для поддержания экономики. Вы хотите 3 миллиарда? Ну, хорошо, они есть у России. Но можно их давать, а можно их не давать. И для того, чтобы вот давать, вот давайте вы вот сделаете вот так. Это один из вариантов. А есть и другие варианты, что наши войска уже у вас, они уже к вам пришли. Вот. И, ну, если вы будете, так сказать, изображать из себя Швейцарию, то у вас это не получится. Мы вам не дадим стать Швейцарией. Вот еще один, так сказать, инструмент, который возможен воздействие. Потому что, ну, какие-то альтернативные варианты Лукашенко сейчас, ну, куда он будет обращаться? В ООН или в Спортлото, что вот спасите меня от вот этого российского давления. Ну, сейчас его никто не будет ни спасать, ни защищать. Его собственная, как бы, верткость, его собственная гибкость политическая, политическое умение, ну, до последнего времени вот как бы защищал. Ну, вот, а тут, судя по всему, нет. Хотя, вы знаете, интервью есть интервью. Вот я лично
Не удивлюсь, если, условно говоря, завтра или послезавтра, или еще через несколько дней Лукашенко скажет: «Да не, меня не так поняли, я имел в виду не вот это, а вот это». То есть насколько можно выскальзывать, он будет, я думаю, и выскальзывать. Но то, что вот фактически обстоятельства, понятно, не Соловьев, его заставили вот эти слова произнести, он их произнес. Моим собеседником был обозреватель белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст. Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как радио «Свобода» издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей. Или там Олеся Куприн открывает, а там Набоков. Ищите подкаст «Пустая полка» на сайте «Радио Свобода» или в вашем любимом приложении подкастов с 9 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 7 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. 5 лет назад в Петербурге открылся признанный теперь в России экстремистской организацией первый региональный штаб Алексея Навального. Его бывшие координаторы считают, что, несмотря на учиненный российскими властями разгром штабов Навального по всей России и преследование тех, кто там работал, их усилия были потрачены не зря. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. О 5-летии со дня открытия в Петербурге первого в России штаба Алексея Навального напомнил на своей странице в Фейсбуке соратник политика Леонид Волков. Он вспоминает, как волновались организаторы, а придет ли вообще хоть кто-то открывать штаб. Потом увидели огромную на 2 с лишним квартала очередь на открытие штаба. Началось наше беспримерное политическое турне, когда с февраля по июнь, невзирая на арест и зеленку в глаза тетушек и провокаторов, мы объехали с Алексеем 52 города, пишет Леонид Волков. Очень хорошо помнит огромную очередь к первому в стране штабу Навального в Петербурге Александр Шуршев, впоследствии ставший координатором этого штаба. Она действительно была удивительно, как глоток надежды. Это был первый штаб, и поэтому к нему было приковано внимание и из других городов, потому что люди ждали, что и у них что-то подобное откроется. Впоследствии людей приходило еще больше и больше и больше на открытие других штабов, и это уже никого не удивляло. Штабы Навального открывались к его президентской кампании 2018 года, на которую его так и не допустили. На пике политической активности в стране работало 81 отделение с 200 000 волонтеров. После выборов часть штабов закрылась, но перед началом процесса по признанию экстремистскими структур Навального в стране продолжали работать 27 штабов. Первым координатором штаба Навального в Петербурге была Полина Костылева, которую Минюст признал иностранным агентом. Мы первый штаб. Те, кто открывались за мною, координаторы, спрашивали совета, смотрели наш опыт. И очень долго не открывалась Москва. По объективным причинам им было трудно. И мы были по факту дольше всех. У нас уже был какой-то опыт. Мне нравилось, что я могу сделать вклад в прекрасную Россию будущего. Для меня это очень важно было, чтобы обычные люди, которые хотят, чтобы была прекрасная Россия будущего, чтобы они могли свои умения, навыки реализовать. Те люди, которые хотели другого президента, их энергию канализировать и направить. Это очень важно, особенно в нашей стране, где отсутствуют социальные лифты, и люди часто чувствуют свою ненужность. Было очень важно всем людям, которые хотят поучаствовать, дать им эту возможность. Когда я стала координатором, это было очень непросто. Алексей московский человек, и в Петербург. Немножко с региональным сепаратизмом. Здесь уже была сложившаяся своя демократическая тусовка. И мы пришли такой федеральной структурой. Здесь это вообще не сильно поощрялось. Идея Навального — это идея про коллективного Навального, про то, что каждый человек может стать Алексеем, и на своем месте он может приближать Россию будущего. Сейчас что-то осталось от результатов или все разгромлено и все пропало? Какое ощущение? Оппозиция — это не конкретные депутаты, которые под домашним арестом, либо те люди, которые уехали. Они часть, но это обычные люди, это избиратели. И этих людей стало больше. Я не скажу, что оппозиция разгромлена. Мы здесь находимся в стрессе. А люди, которые уехали, продолжают работать, делают это эффективно. Они не опасаются того, что к ним придут, вынесут всю технику.
Поэтому Путин мало чего давился, выдавив людей. Александр Шуршев считает, что штабы Навального были реальной политикой, куда пришли совершенно новые люди. У людей горели глаза. Я такого давно не видел. Я начинал с того, что я занимался юридической поддержкой того, что расследует штаб, решение вопросов возврата техники после обысков и так далее. А потом уже работа связана с выборами избирательной кампании муниципалитета 2019 года. Много людей прошло в муниципалитет, многие из тех, кто приходили на лекции, которые были перед выборами, кому помогали во время кампании, кого просто поддерживали как умное голосование. Многие из них стали депутатами. В городе появилась муниципальная политика, ее раньше в принципе не было. Тех, кому вы помогали, муниципалов, их сейчас выкидывают под предлогом неполадок с декларациями. Конечно, это давление есть, но все равно большая эта часть продолжает работать. Штабы-то это не столько муниципальная кампания, это вовлечение людей в политическую деятельность. Просто что люди могут поверить, что от их участия что-то зависит. С этим согласен и еще один бывший координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов. Штаб – это политическая организация, которая занимается в первую очередь выборами. Я думаю, люди увидели, что такое настоящая большая избирательная кампания, и сейчас, я думаю, они смогут отличать псевдооппозицию от реальной оппозиции на основании того, что они видели. Было показано, как надо делать, а не как изображать из себя какую-то избирательную кампанию, которая на самом деле играет в поддавки с «Единой Россией», а не по-настоящему хочет победить. Денис Михайлов считает, что сейчас, пока Россия в политической спячке, нужно развиваться, общаться с людьми, делать безопасные проекты, не стоять на месте и не молчать. Давление на штабы усилилось после январских митингов в поддержку Алексея Навального. Все штабы были распущены в конце апреля прошлого года. В мае их внесли в перечень экстремистов и террористов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург. Время свободы. Вчера исполнилось ровно 70 лет со дня восшествия на престол королевы Великобритании Елизаветы II. Она правит дольше, чем какой-либо другой монарх в истории страны. За эти годы сменились 14 премьер-министров, первым был Уинстон Черчилль, множество бывших британских колоний получили независимость, ряд стран Содружества стали республиками, а королева стала героиней множества фильмов и сериалов, в том числе художественных. Она является одним из символов современной британской жизни и культуры. В Британии на протяжении нескольких месяцев будут продолжаться торжества в честь так называемого платинового юбилея королевы. Они начались со встречи Елизаветы II с членами Сандрингемского женского института и представителями благотворительных организаций. В преддверии 70-й годовщины восшествия на престол королева Елизавета II обратилась к британцам с посланием, в котором поблагодарила граждан страны за поддержку и теплые чувства к ней и членам ее семьи. Я передаю слово Ирине Лагуниной. Елизавета Александра Мария Уиндзор не была от рождения наследницей престола. Это просто судьба распорядилась так. Старшая дочь герцога Йоркского, второго сына короля Георга V, росла в имении, обучалась дома, любила животных и была далеко не первой в ряду наследников британской короны, то есть она была третьей. Ее общественная жизнь началась только в годы Второй мировой войны. Сохранились кадры Елизаветы в вспомогательной территориальной службе в качестве водителя грузовика и механика. Это заявление о служении стране было сделано в день ее 21-го дня рождения в Кейптауне в Южной Африке. Я заявляю перед всеми вами, что всю мою жизнь, будет ли она короткой или длинной, я посвящу вам и нашей великой империи, частью которой все мы являемся. Уоллес Симпсон повлияла в итоге на судьбу британской короны. Уоллес была разведена, и законы не позволяли Эдуарду VIII в случае женитьбы на ней остаться на троне. Королем Британии стал Георг VI. Георг умер очень рано, в 56 лет, 6 февраля 1952 года. Елизавета в тот момент была в Кении и вернулась в Лондон уже в качестве королевы. 2 июня 1953 года, после завершения траура по Георгу VI, в Вестминстерском аббатстве прошла церемония коронации Елизаветы II. В 1980 году Елизавета II, первая из всех британских монархов, посетила Ватикан с государственным визитом. Елизавету не раз приглашали приехать в СССР, но она отказывалась ехать в страну, где убили Николая II и его семью.
Свой первый, единственный, так по протоколу, визит в Москву она совершила в октябре 1994 года. Большую часть жизни, вашей и моей, мы провели, не веря, что подобный день когда-нибудь наступит. Надеюсь, что вы, так же, как и я, рады, что мы ошибались. Самое большое потрясение ее королевской семьи – развод наследника престола принца Чарльза с народной принцессой Дианой после серии скандалов, вылившихся в прессу. Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году. Самое большое личное потрясение – смерть принца Филиппа, с которым Елизавета прожила в браке 73 года. Принц 2 месяца не дожил до своего столетия. Из-за ограничений в связи с пандемией и в соответствии с волей принца публичного прощания перед его похоронами не было. «Мне повезло, что у меня была такая верная и любящая поддержка моей семьи», написала королева накануне своего платинового юбилея. «Это счастье, что в лице принца Филиппа я имела партнера, который готов был выполнять роль консорта и бескорыстно идти на жертвы, связанные с этим». Единственная проблема семьи, которая оставалась нерешенной до последнего времени, это статус второй жены наследника престола принца Чарльза Камиллы, которая именовалась просто герцогиней Корнуольской. Этот вопрос Елизавета II решила накануне платинового юбилея. «Когда придет время, и мой сын станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле ту же поддержку, что оказывали мне». Я искренне хотела бы, чтобы, когда придет время, Камилла стала королевой-консортом и продолжила бы верную службу, написала Елизавета. Не все в Великобритании поддерживают монархию. Опросы среди молодых людей до 30 лет показывают, что большинство за отказ от монархии. Другие говорят, что королева Елизавета и монархия за ее 70 лет на троне стали синонимами, и монархия никогда после нее не будет таким символом страны. Но сейчас она окружена любовью, и ее резиденция в Уиндзоре полна поздравительных посланий. О платиновом юбилее королевы Великобритании Елизаветы II рассказывала Ирина Лагунина. Мы тоже поздравляем Ее Величество с 70-летием со дня восшествия на престол и желаем долгих лет жизни. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Яндекс.Музыка, социальная сеть ВКонтакте. Там тоже можно без труда найти и послушать свежий выпуск «Времени свободы». А можно подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же можно и подискутировать на некоторые темы. У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».